Всем привет, это спортмарафон и обзор на дорожную сумку Eagle Creek Caldera Travel Pack 45. Эта сумка многофункциональная, она трансформер. Весит она всего лишь навсего 1420 грамм. Как и вся линейка Eagle Creek Caldera, сумка выполнена на 100% из переработанных материалов и покрыта водоотталкивающим составом, который не содержит в себе углеродных связей. Кроме того, сумка имеет сертификацию Blue Science, что значит, что она максимально безопасна для конечного пользователя. То, что она производится с минимальным вредом для окружающей среды и для людей, которые ее производят. И то, что природные ресурсы, которые используются для ее производства, они используются максимально рационально. А теперь давайте посмотрим, что у нее внутри. Во-первых, она оснащена вот такими вот специальными компрессионными ремнями, которые позволяют ужать ее внешний объем для хранения либо для транспортировки, если вы не используете весь внутренний объем. Сумка оснащена молниями с полиуретановым покрытием, которое защищает содержимое от попадания влаги. Сумка имеет два отделения. Это внешний карман с дополнительным кармашком внутри, где вы можете разместить мелочи, например, ключи. Здесь есть специальный карабин для этого. Сюда же можно положить какие-то важные вещи. Здесь есть специальное отделение для ноутбука. Оно вмещает ноутбук диагональю до 17 дюймов. И кроме этого, вы сюда можете положить, например, органайзер с вашими рубашками. Основное отделение также полностью оснащено молнией с полиуретановым покрытием. Открывается максимально широко, и сюда вы можете поместить все, что вам необходимо для короткого путешествия. Здесь вы найдете ремешок, который позволит носить сумку через плечо. Вы можете его полностью отстегнуть и убрать внутрь, например, во внешний карман. Внутри вы найдете компрессионные ремни, которые позволят вам максимально плотно зафиксировать содержимое, чтобы оно не болталось. Зафиксировав ремни, вы можете их затянуть. В случае, если вы перевозите с собой очень много всего, вы можете увеличить объем этого рюкзака с помощью специальной молнии. Это займет у вас буквально 2 секунды. Итак, вы получили гораздо больше объем. Как использовать данную модель в качестве рюкзака? Если с сумкой все понятно, то есть у вас есть плечевой ремень, который вы фиксируете таким вот образом, получаем с вами сумку на плечо, либо через плечо, как вам удобнее. Поскольку у нас сейчас объем используется не весь, далеко, мы с вами застегиваем расширяющую молнию для удобства. Мы с вами фиксируем компрессионные ремни. Очень удобно продумана вот эта вот фиксация, она не слетает, но при этом надевается за считанные секунды. Для того, чтобы посмотреть, как данная сумка превращается в рюкзак, мы сперва уберем плечевой ремень, отстегнем его и поместим во внешний карман. Карман, кстати, очень вместительный, помимо ремня сюда легко поместится небольшой планшет. Итак, на задней стороне данного рюкзака у нас есть бедренный пояс и потайные лямки.
Они спрятаны в специальном кармашке. Для того, чтобы зафиксировать их, здесь есть специальные карабины и кольца для этих карабинов. Они находятся около бедренного пояса. Лямки оснащены грудной стяжкой, которая вместе с бедренным ремнем позволяет максимально комфортно разместить вес на опорно-двигательном аппарате. Множество регулировок позволяет очень удобно разместить рюкзак на спине. Бедренный ремень также регулируется по длине и подойдет как крупным пользователям, так и пользователям, которые обладают скромной комплекцией. Грудная стяжка регулируется по высоте и по длине, и ее также можно отрегулировать для любого пользователя. На грудной стяжке вы найдете свисток, который полезен в непредвиденных ситуациях. Для того, чтобы защитить содержимое ваших вещей, если вдруг сумку придется отправить в багажное отделение, да и это актуально и в ручной кладе, вы можете навесить замочек. Кроме того, вы можете его навесить как на основном отделении, так и на дополнительном кармане. Кроме того, если у вас есть замочек с тросиком вот такого вот плана, вы сможете его провести через оба замка. Это удобно, если вы не хотите использовать несколько замков или если замок у вас только один. Молнии оснащены, помимо вставок для замка, пуллерами со светоотражающими вставками и резиновыми наконечниками. К основному отделению ведет вот такая вот конструкция, которая позволяет открывать замок даже в перчатках, если на улице холодное время года. Итак, мы рассмотрели с вами модель Eagle Creek Caldera Travel Pack 45, которая обладает большим количеством опций для того, чтобы с комфортом разместить все ваши вещи для короткого путешествия. Кроме того, данная модель имеет разные опции для переноски данного рюкзака в вашем путешествии. Выбирайте снаряжение с умом. Всем спортмарафон. Всем пока.